Нет. А почему? Ну, а чего? Не привыкли? Нет, конечно. Нет. Почему? Я уже старый. Конечно, отвечаем. Да. А как? Ну, по старым традициям мы используем пшено, рис, ходим к соседям, вот в своих домах живем и всегда, ну, как шутим, поздравляем их с Новым годом. Здорово. Сей посевай, с Новым годом поздравляй. Нет. Почему? Не знаю. Пока нет. Пока нет. Нам не на что отмечать.